вами программа «Новый день» и я, Анна Черкесова. Сегодня понедельник, 26 декабря, последний понедельник в уходящем году. Ощущение Нового года уже витает в воздухе, и долгожданных новогодних праздников осталось совсем немного времени. Ну а я надеюсь, что вы, так же как и я, активно проведете это время. И сегодня мы поупражняемся в таком активном зимнем виде спорта, как лыжный спорт. И поможет нам в этом член Федерации по лыжным гонкам, кандидат мастера спорта Анастасия Гришина. Покажите нам, пожалуйста, несколько упражнений, которые помогут нам усовершенствоваться в катании на лыжах. Для конькового хода сначала нужно выносить ногу и руку, а потом другой ногой доталкиваться. Руки не широко ставить, а вот перед собой, на уровне глаз. Следующий ход конькового хода – это одновременно одношажный. Это тяжелее, но он скоростной. Его используют на соревнованиях. Отталкиваются сразу и ногами, и руками. Обычно, когда мы едем на склон, мы едем без палок. Это позволяет нам сохранить скорость и в то же время отдохнуть. Ставить палки при таком ходе и как правильно группироваться, когда съезжаешь с горки? Вот палки ставим перед собой. Обычно локти всегда у нас согнутые. Ага. Плечевой пояс сильнее, он не так сильно устает, как руки. Ага. И мы руками доталкиваемся прямо назад для скорости. Ага. Скажи, пожалуйста, как правильно тормозить? Ну, мы обычно всегда тормозим плугом. Это позволяет нам сохранить равновесие. Сейчас на носу у нас Новый год. Мы едим больше обычного. Подскажи, пожалуйста, лыжный спорт помогает нам держать себя в форме и на какие группы мышц? Да, лыжный спорт очень помогает сбросить вес, потому что тут работают все группы мышц. И руки, ноги, плечи. Все вставайте на лыжи и катайтесь. Новогодние каникулы вот-вот наступят. Чем можно будет заняться в это время? Где и как активно отдохнуть? Катание на коньках – один из самых популярных зимних видов спорта. В этом году в Чебоксарах будет работать множество катков. С 8 утра до 10 вечера открыт ледовый дворец «Чебоксары-арена». Еще дольше, до 11 вечера, работает каток на стадионе «Олимпийский». С 9 до 10 – каток на Красной площади. На стадионе «Спартак» откроются как крытая, так и открытая площадки. Они будут работать с 8 утра до 21 часа. Также покататься на коньках можно в городских парках имени 500-летия Чебоксар, имени Николаева, а также в Лакревском лесу. Помимо этого, на территории города будут действовать 16 лыжных трасс и 15 хоккейных коробок. Так что активно проводите свое время на новогодних праздниках. Ну а теперь афиша самых ярких событий новогодней недели. 4 января в Ледовом дворце Чебоксары-арена состоится ледовое шоу для всей семьи «Новые приключения Эльзы и Анны» по мотивам мультфильма «Холодное сердце». 8 января также в Ледовом дворце Чебоксары-арена состоится балет на льду «Золушка». В постановке принимают участие олимпийские чемпионы, чемпионы Европы и мира. На этом все. Ну а я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Здоровья вам и вашим близким, хорошего настроения и только положительных эмоций. Увидимся уже в следующем году.